хорошо, прекратись старику. Вот и будь после этого пиратом. Пиратом ты не будешь дураком. Фрик давно бы стоял на капитанском мостике. Да. Это были веселые ребята. И где они теперь? Ниже земля. Теперь в море вышел. Я буду ждать, когда плод созреет. А когда он созреет, я его сорву. Меня не будет. Рука будет. Рука. Отрезал забрюзовирован. Все, как в голом пистолете. Мы можем спасти его руку. Куда вам ее прислать? Мы можем спасти его руку. Куда вы ее прислали? Вообще было прикольно, был очень японский рукав. Сделал в Японии, дайте американский рукав. Он так говорит, товарищи бандиты, у него, Марин Джабут, дайте американский рукав, товарищи бандиты, граждане бандиты. Это кто там гавкает? Это бой не гавкает. Это мы когда с Каргополом. Ну ладно, об этом сейчас не стоит. Арзамас Блюз называется. Вова. Володенька, открой. Так вспомни, Саша, как его звать, вот это самое то. Карп, уходить надо. Поищу чугана, давайте. А мусорка своего нам сиденье дадите? А вот пусть он сам за себя похлопочет, а мы рассмотрим. Говорю, там что так Баранкова, я дыркова в отбубликах, а я не Шарапова. Вот она. И все весь мой сказ. И выловился в поиск. И гриву мухомору с глазами. Это из Рязани. Только в Рязани грибы с глазами. Их едят, а они глядят. Глядят? Был я в Рязани, видел пироги с глазами. Их едят, а они глядят. Плачут. Брызги в сторону летельником. Похоже, у нас, говорит, 9 детей. Маленького их едят, они глядят. Брызги в сторону летят. Давай не про бедного там не спросим. А вы, кстати, стихотворение рассказали замечательно. А песню не спели. Какое стихотворение? Давай заново. Вот и будем вас следу. Давай еще раз. Будь пиратом, да не будь дураком. Нет, давно постоял на капитанском. Да, это было приятно, ребята, где не теперь. И в земле. И что? Теперь в море вышел кто? Я. Он. Мы. Теперь в море вышел ты. И ты будешь ждать, когда у тебя плод созреет. Потом ты его сорвешь. Если сможешь. Томик. Или твой же Томик. Как бедный твой Томик. Главное, чтобы не было бесплодия. Давай.